Визи был. Визбу надо брать. Сейчас всех в пати надо брать, Ин... потому что будем Паладинов под надо робота. брать. Под робота да, делать. я зайду на... Инвизи Рарника. была. Рарника можно брать. Всем привет. Если мы Здорово. Уберем паладинов, привет. Мы сдохнем нахуй. Ну здорово. А, ну это сальвы. Паладины бесполезны. А, так что, делать билд под робота? Подожди, мы первый пульнули. Надо посмотреть, мы пульнем. Сейчас мы пульнем его разочек, глянем, если что, там тебя смотаем. Ну вообще, я бы не очень бы хотелось. Ой, да понятно, никому не хотелось. На хп лайти. Так, я думаю, на хп лайти. Угу. Да, Глеб пусть заходит на этого, на ДКшника. Как раз посмотрим, насколько эффективен будет билд стрельбой. Ой, тебе придется танчить, ну. Да. У Мишки набор агро хороший. Я хочу сравнить там танков много. С Т5-м мой набор агро, блядь. У меня, видишь, еще шмоток никаких нет. Типа с РП я бы какой-нибудь что-нибудь пуху хотя бы свичнул. Ну вот, втроем получается. Два Мишки и Вилашина. Ну вот эта хуйня Триня, блядь. Она, походу... А что я оставлял себе? Я не помню. Клык, что ли, нахуй? А попал один очень мув, там с пекой, да? Массакро одну не будем, да, пихать? Это Триня здесь зайдет прям в самый раз. Не задавай столько много вопросов, блядь. На них я все равно сейчас не могу ответить. Слишком мало ответов. Нихуя еще не решено. Надо сначала говори, дойти до робота. Говори. До робота дойти, потом уже посмотрим. Сначала на соляру, да? Сначала соляру. Не-не-не, я хочу на робота пойти. Соляра успеет еще, блядь. У нас... Это да, завтра есть. Переделаю сейчас за ШП. И всем ШПшникам советую минус агро взять. Что ты ЕПшку кидал? Сейчас, кидал он. Это получается, кто сейчас, назовите мне ники. Инвизи, Болтонатос, Лингрен. Ну, шестой пати, кроме Мордаунта. Так, Лингрен. Инвизибл. Танатос. И кто еще? Ну и Захарович, 400. 400 еще кинул. Я всем уже давал. Куда еще больше? Мордаун тут и не дал 400. Так, Мордаун. Захановичу можешь. 400 нет. Не, Захановичу можно только 400 ЕП кинуть. Я уже давал всем, кто был в рейде. Вот только Арависту давал, нет? А, да, он был. А кто еще? Шелфиру. Начислилось. Все, Леха, заходи на хэлл. Да, мне было. Да. Так. Я никогда не львал. Короче, пока вы летите в эту хуйню, пока это летим, сейчас сумоним всех, начинайте бить трэш, я пока распишу блокнотик наши сейвы, и мы подумаем, что там будет. Жалко, сука, реворка нету, чё? Жалко, сука, ханта нет. Если будет биться плюс-минус час, то я могу сразу уйти. Я просто на робота толкнул. А где МВП, где ханс? Хорошо, я тебя пока свичну. Он сегодня не может. Хуёво. Да. Ну, я не знаю, сколько будет биться. Я тебя пока свичнул, типа, это самое. Если понадобится по ДПСу, посмотрим. Да, свичнул. Хорошо, я пока это изгрелину. Да? А что у тебя, MadFox, такое случилось? Ты пока сиди, блядь, один друид. Друид инвалид, только что твоя замена. Его нету. Пав, у нас будет два хпала, да? И протопала не будет, я, да? Я пока не знаю, блядь, не надо. Не еби мозг, я говорю, пока бьете трэш, я все это подумаю. Слишком дохуя, блядь, это. Думаете? Задрачиваешь меня, блядь. Добрый вечер, все. Не дрочишь. Давай, заходи. Мы только тебя вспоминали, давай, заходи. А ты не отправлял Закханыч до этого? Нет, не отправлял. То есть нету, да, 10 минут? Заходи. Нет, 10 минут 10, есть. Есть, есть. А чё вы решили все мне вклады покидать, блядь? Ну, типа. Поставьте портал, маги. Поставьте почту, тоже кину вклад. Это хуёво, нахуй. Сейчас еще раз вклад кто-то кинет, и все, и будете кидать потом, нахуй, на следующем КД, блядь. На почту есть вклад кидать. Заханычу накидываю. Остальные после, блядь, завтра получите. Почта же есть. Чё, блядь? Думаете, у меня дел нихуя нету? Да, сейчас надо подумать, кого куда спекать, свищить. Не, ну хапал пока один. Арависту надо дойти 10-15 минут срочно. Иди. Вон пятая пати, пока хилы есть. Хилить. Бить. Трэш. Приза на ФК. Арго у тебя. Кто там еще может? Он.
Вы ЗС закончили? Да. Да? Блять, красавчик. Че, мага убираем, да? Тролл, да? Под бомбу там... ханта брать надо. Там вар просился, чтобы его заменили. Да. Он армс, он говорит, на роботе вообще не вариант рапсон. Это какой? А чего ты взял, что ты не сможешь? Ну, я... это не я взял. Ты там сможешь все, я тебе объясню, что делать. Ты вмешательство знаешь, что такое, вар? Че ты сможешь? Он боится просто, что он... А он агро будет срывать? Да, что... Он будет заниматься каждую 30 секунд вмешательством, блять, и все заебись А-а-а. Будет. Он будет блядь. Терять на этом агро. Кстати, еще раз портал. А, вон стоит. Идти, шадоу. Все, я 7 минут буквально. Сейчас приду. Хэлла, короче, на подстраховку спеканись в этого, в хила, пока призана, призана не туда, да, на трэш чисто. Во, это тело с гидроса у тебя, да? Да, кидай обмен. Все, идите бейте, трэш. Меняю талант. Так, сейвы. Ну это минус... Сколько там? 25% агра, это жестко. ШП. Да, это вообще охуенно. Он никогда на первой строчке не пролезет. Там, блядь, будут ДКшники, совы нахуй, у них нехуй скидывать. Я типа не знаю, как сама может скинуть. А если по пятнице, работает? Ну, работает, но там вообще такой минимум сбрасывает. Ты очень много ДПС этим теряешь. 3 секунды, 3 ГКД минимум. Ну да. Так. 4 ДКшника в топе. Нормально. Давай будем расписывать, значит. У нас танки. Ну, по сейвам. А, это надо будет. Рарник, у тебя с массакро есть билд? А, ну-ка, ДК, качайте пагубу. На минус акро. А, сейчас, нахуй. Сто раз, блядь. Бегу и падаю, блядь. Шпешники, о, правда. Вау, вот тебе, да. Маги, кстати, могут на минус акро качать. Сквак? Да ты шо, охуел? Ну, типа, это важная хуйня. Именно здесь. На босса надо убить, а не хуйней заниматься. Так, Хульдринка, у тебя есть ретрик с массакрой? Рарник у тебя есть? Ты тут? Рарник есть. Это хуета. Полнейшая. Костя, почему ты не хочешь танка спекнуться? Ну, я в танке, как бы. Ну, в танке, скорее всего, и будет. Давайте поднимемся... Есть. А у Рарника есть бит. Мы серьезно будем хилить два шамана, другую два приста? Мы серьезно? Нет. Будет. Блядь, что ты, будет. Что ты доебался? Ну. А ты хочешь нет? Списать массу. Ты у робота массу? Стоишь, что ты сейчас об этом рассуждаешь? Ну, пока, надо, не, да, пока неизвестно еще. Вот у нас сейф есть точные вилаши. И точно есть хапала, это уже два сейва. И точно есть Рарник, это уже три сейва. Теперь но у Рарника это сразу минус 5-6к ДПСа будет. Да похуй, похую, типа, посмотрим. Потом смотри, этот Заханыч сделал эту хуйню с антимагией? Нет, не делал. Так. Остальные, консилятор, тутилар, хукмастер, этой хуйню Invisible занимались с его? Нет, у меня спеков нету. Иди, Заханыч, там... портуйся, сделай. И мы посмотрим как раз на твоем примере. Слав, у нас 5 гимнов. По-хорошему, надо, блядь, тебя на хэпала пересаживать. Я в танке. Своего больше будет. Ровиста на хэпала. Юлия есть тоже. Анхолик ГДК. Кто есть? Ну, это Анхолик ГДК.
А, ну вот. Ну, типа, спек. А, ну, сейчас посчитаем, давай, значит, получается, что? У нас милихаст. Да и хули милихаст, у нас сенх есть. Что, тэпаться, да? Делать хули? Доехала. Да, да, сделай, протестим, хули, ну, типа, потом если еще обратно скинешь. Давай вот считаем, не зыбко. 2 минуты. Потом хэпал, 2 минуты. Потом кто? Ну, рарника посчитаем. Рарник, 2 минуты. И потом Закханыч, антимагия и Вилаши. Антимагия и Вилаши. Ванхоли БДК. 2 минуты. Антимагия Закханыча. 2 минуты. Это уже. Они сейчас стакуются. Растакуются. Не это, блядь, ты такие вопросы вообще охуею просто. Короче, нет, значит. Антимагия не стакается. Короче, значит, на 15 секунде не будем давать. У нас будет Гера примерно на 15 секунде. Хотя, ладно, сейчас посмотрим. На первой не сдаем. На первой будет под Герой захилят. Надеюсь. Начинай с 30 секунды, как обычно. С 30 начнем с Ивы. Так. Зыбка, массакра. Третья массакра будет? Сейчас разберемся. Так, значит. Сразу пойдут сильные сейвы. Не зыбка. На 30-й. 2:30. Включи блокнот. Я тоже. Что ты хочешь посмотреть? Угу. Стрим экрана включу. Ты смотри там, чтобы не сдохли люди, ты хиль хоть. Не сдох. Да там нормально, там все хилы еще есть. Так, 2:30, 4:30. Это вот 3 незыбки дает. Так, дальше. 45-е. Хапал. Хапал сакал. 45. 2:45. И 4:45. 3 раза забой. Дальше у нас идет рарник. На 60-й секунде. Ну, чтобы мы не подыхали на эту хуйню, а с огром там разберемся. Ставить. Так, вижу, еще можно себе какие-то накидать двухминутные. Так, антимагия и Вилаши будет, значит. На минуте 15. Ставить. 3:15. И 5:15. Дальше будет антимагия Закханыча. Минута 30. 3:30. 5:30. Тури забафить. Так, теперь дырок совсем мало осталось. 5 гимнов еще учитывай. Так. Так, еще раз на рейд гляну, что у нас там. Тут антимагия есть. Я символы еще поменяю, и в принципе я рейд. Так, а кого мы свечить будем отсюда? Вот Фокса, что ли, убирать? Ну, блядь, лишний Бэр, лишний этот, как его, лишний Транквилл, не знаю. Так, а кто у нас там слабый вот тогда? Сам. Вару убирать я не хочу, я хочу, чтобы он поработал на этой хуйне. Хуй знает, блядь. Бэт Фокс писал там сначала, да, что на 2. Шесть надо, у я 8. Хорошо. Уже 6. Да. Так, призм, допустим, венг. Допустим, вот эти 4 хила. Не знаю, что получится, конечно. Так, что у нас еще есть? А не хочешь на пало сесть? Ну, если я сяду на пало, допустим, прибавится минута 45, 3:45 и 5:45 как раз. И тогда останется вообще заебись. Так.
Ты там воронки достанешь оттуда, начало инста кидать? Или мне надо подбежать ближе? Сколько там воронок? Две штуки аж нужно. Так, допустим, я хэпал. Ну что, 5 хилов тогда? И 3 танка, что ли? Да, ну так сделай, наверное. Потому что пока что, думаю, нам нужно этот... Ну, типа Юля, хули ГДК сейчас. Ну и все, и смотри, короче, хпал еще один закрывает, минус 45, 23, 45, 5, 45. А в остальные там просто сдают 3 ШП и 2 этих ДЦ-холика. Все, не говори, это ты для себя все говоришь, и мне так непонятно нихуя. Все люди по-разному думают, надо, вот я блокнот пишу. Вот, допустим, я добавил, вот у нас сейвы подряд идут, 15 секунда, тут Гера. Она примерно 45 секунд закончится. Нормально будет. Долго там стоять будете? Может, подойдете? Так, и гимнов как раз... Вот 5 дырок у нас осталось. Как раз 5 престов их закроют. Даже у нас престов... А, да, 5 престов. Ну, допустим, на второй минуте будет у нас давать. Давай. Или что, или хилов сделать сначала. Еще, ну, Юлия, ты купол, ты считаешь? Да, да, я все посчитал уже. Там 2 минуты КД. Маунт на хп, потом можно, да, вот. ДДшник на гибные, пусть он ДДшник. Не, я думаю, вам надо дать, чтобы в конце уже более не отвлекаться на эту хуйню. Ты что, историю не на роге будешь? А в том-то прикол, смотри, что, нет, Слав, смотри, в том-то прикол, что мы ДДшники отдадут эти гибные, и они просто, и они не будут отвлекаться, нам-то что? Они как раз после середины боя будут давать, чтобы как раз там агро снизилось, и то у них там таланты вкачаны. Шаду, Рянти. Ну и под Берсу там, в принципе, этот. Он, скорее всего, не понадобится Шелфир. Берса на 6-й минуте. Все, сейвы мы полностью прописали. Так, я тогда зайду на хэпала. 3 танка. Равник, нормальный билд, спекайся. Скинь, не знаю, там фудилку. А, да, точно, ты танк. Вместо рарника хулидринг. Сейчас я пропишу это. Так. На третий и на пятый. По 3 сейва типы дают. Все, теперь четко выглядит все. Вот, главное, чтобы антимагия сработала. Типа, это самое главное. Так, что у нас по хилам? Бидон, 2 хэпала. Так. Бидон, 2 хэпала. Как будем с частицами с тобой, Варахель? Одной частицы хватит на ханта? Хватит. Так, а вторую тогда на кого? Ты поответственнее, тебе попроще будет с этой хуйней. Я не знаю, надо, короче, чтобы кто-то ты будешь, наверное, мордаун заниматься анонсом вот этой хуйни прописанной. Да, только ты скинь в этого куда-нибудь, чтобы я сейчас, видел. Сейчас я скину. В флудилку. Ты будешь непосредственно вот этой парашей заниматься. Кто-то еще уманом должен будет заниматься. Сделайте себе сразу, вот сейчас слушайте, вот у кого есть оман, сделайте себе сразу. Расширьте эту рамочку, настройте цвет себе удобненький, всю ширину буковок, блять, настройте себе. Все это покопайте сейчас, пока трэш не побейте. Вот, сделайте себе оман, чтобы вы могли видеть, кто кого там опережает и что делать. Вар, вот у тебя омана нету, займись, оман себе скачай. Не знаю, что у тебя там лагает. Похуй, будет плюс 5 FPS, ничего страшного. Тебе тут все равно агро рвать не надо. Твоя задача будет... А что ты меня не включил? Ты делай билд нормальный, там хулидринг. Нормальный билд. Хулидринг. Нормальный. Хулидринг будет протопалом. Варианте арго у тебя. Так, я скинул в хулидинку эту хуйню? А, вот скинул. Все читайте, значит, кто причастен к этой хуйне. Значит... И Вилаша это по сути что? Вот у вас 2-минутная КД, да? Вы запоминаете, 30 секунда, 2 минуты 30 секунд незыбка и 4 минуты 30 секунд незыбка. Незыбки запомнила. 45 секунда. Хэпал это... Первого даешь, и потом просто подкатал. Хэпал это Варахель, 45 секунда, 2.45 тоже Варахель и 4.45 Варахель. Дальше идет минута... Дальше идет этот...
протопал холидрин, значит, на минуте, на 3 минуты и на 5 минут. Потом минута 15 дает антимагия Вилаша. 3 минуты 15 и 5 минут 15 антимагия Вилаша. То же самое, минута 30 антимагия Закханыча. 3 минуты 30 антимагия Заханыча и 5 минут 30 антимагия Заханыча. Тоже ближе под берсу. Вот моя сакра идет минута 45, 3 минуты 45 и 5 минут 45 уже там под берсом. Все, по гимнам, значит, запомните свои времена. Все, кто вот эти сейвы будет отдавать с пула, когда босс будет активироваться, на нас идти, нажимать будете себе таймер, блять. Ну, я не знаю, без таймера. Ну, лучше отнеситесь, соответственно, сделайте себе таймер, чтобы у каждого был. Чтобы вы видели, когда будет удар. Удар этот каждые 15 секунд идет. Ну, по гимнам тут просто. У нас что там? Можно вопрос? Ну. Извините, что я говорю. У меня на 45 секунде варахиль. Да, 45-я. Да, 45-я. И смотри, ты даешь не именно на 45-й, а где-то вот на 43-й, чтоб... потому что он клэп дает именно вот в 45-ю секунду. Где-то на 43-й. Ну да, я на секунду-две раньше нажму, чтобы спокойно хилить. Да. И самое главное, сделайте так, чтобы у вас не было, вот, чтобы массакра отменялась, чтобы этот канцелаура была на божественный страж, а священная жертва будет висеть на рейде. Точнее, блять, рейд страшно. Короче, вот эта 6-секундная хуйня от минус 20% урона должна висеть на рейде. А себя эту хуйню отмените, которая 30% урона переводит, чтобы вас не шотнуло нахуй. Вот самое главное, то есть минус 2 секунды делаете, что тут написано. То есть, допустим, если 3.15, то 3.13. Нажимаете и все. И дальше просто по откату хуярите свою хуйню. Вот. По гимнам, значит. Эламаунт на второй минуте, то есть минута 58 нажимаешь. Хотя нет, подожди, с гимном немножко по-другому. С гимном дождитесь именно к анимации, что он начнет топать. Потому что это не сейф, это хилка. Вот. И делайте это, пожалуйста, через сейф на себя. Допустим, если Эламаунт ДЦшник, зубы на себя и хуяришь. Если Мордаунт Холи Прист, крылья на себя и хуяришь. Вот. Что и вы не сдохнете. Если будет анонс, когда они будут сдавать, я могу ему по третьей ауре мастерку взять. Да, кстати, можно такую хуйню. Чтобы им каст вообще не сбивался. Только у тебя КД на эту мастерку? Минута. Да, минута. Нет, две минуты. Да. Ну, вот плюс реплики есть. Вот смотри, как мы сделаем. На второй минуте будет МА на каст от Варахеля. Потом он уступает мне ауру и дает. И на 2 минуты 15 даю я. Там еще ровник может дать. Следующую как раз идет на 4 минуте. То есть ама нужно именно будет давать. Ну, в 2 минуты. Ну, минус секунды, там минута 59. Вот. Ама дает. Вот, потом откатывается опять. То есть я первый на второй минуте и потом на четвертой минуте, да? Да. Ну, идеально. Ну, а там уже шалфир под 6 минут, там под берсу уже, типа, его гимн на хп. Ну, я не знаю, там, сколько у босса будет хп. Все, вот это все сейвы, допустим, у нас есть, а этот самый, как он называется, уже что с ДПСом, будем смотреть. Точнее, с агро. По агру у нас Хулидрин, Крарник, Сальва, я и Варахель есть Сальва. Есть Вар, который может мешать не стакидать. Который будет мешать не стакидать. Выхода, потому что нету. Без Вара будет посложнее. Вот, ну и есть танки, которые Ст5, там, дохуища агра. По сути, они три будут на местах на первых меняться. По сути, агронабор должен быть хороший. На только один, нахуй. Да и поебать. А почему один на пол? Два на пол. Давай, Шалфир, тебе этот. Надо. Ты в очереди там, да? Ну да. Похуй, попробуем как есть, нахуй. Кто на сферке будет сидеть, не хватит? Это на сегодня мы вроде нет. Будет на сферке. Ну вот тогда один на пол. Почему нет? На пол работает, на него сало не дается. Шалфир, вроде конца тебя тоже уступил, да? Да, я в тот раз. Ты за токеном получается, Ваня? Ты типа дотягиваешься? Да, дотягиваюсь. Сколько там рейнджи у тебя, лол? 40. Что?
Да, у хантов 40. За сумфонем, за сумфонем. Или 15. Они там мобов бьют. Так, надо во льду зайти. Вообще на отделке пишется, что 100 метров. Вы мобов убили всех в комнате? В комнате нет. Ну а хули вы там на ручке? В коридоре убили, в комнате нет. Там бейте. Романтика, ставь под этот шкаф. Ну не знаю, я короче перекинул, но мне кажется, такая хуйня получится. Похуй, попробуем. Пятнашку дашь, ладно. У нас и так маги пятнашку давали, так что нехуй стыдиться. Ты и... Пятнашка такое. И МВП Хан. МВП Хан 16, по-моему, жал, или 17, да? Прилично было. Да, что-то такое было. Ну ты что, понимаешь? 700, по-моему, да. А что там, типа, КАЗ забивается? МВП Хан 20-ку жал почти. А чё вы стоите и дрочите-то, бля, я вообще не понимаю, как бы. Сумоним всех, блядь, Нил Маунта, сумоним, Калбидонус. А чё, добежать не могут? Ну то погнали, у нас тут. Зергайте, Кузнецов. Вашу прохильте, не потеряйте ее. Когда будете моба бить, это за спиной у него не стойте. Отлетайте в уголок, вот параллельно стене. Вот смотрите, как звезда стоит. Вот здесь его бейте. Вот отсюда милики бейте его. Милики со звезды бейте. Чтобы в центр комнаты не отлетели и не привели еще пачку трэша. Хорошо, шеф. Вот исполнено. Мы, кстати, сегодня Юли скинулись этими полироликами синими с Хукмастера. О, вообще заебись. Джин Жермена. Тоже подарок сделай на праздник. Скини. На праздник, блядь. Хотя бы в игре это сделать. Мужчины дарят полиролики. В игре, блядь. Понятно, нахуй. Мальчики дарят цветы, блядь. Короче, подкат засчитан, да? Мужчины дарят. Мальчики дарят эти обычные камни. Это мальчики дарят цветы, мужчины дарят полироли. Мужчины полироли целые. Мужчины полироли, да-да-да. Уже сделанные. Квадрат в изгнание. Крестик зергаем. Череп пока в угол отводим. Давай, кастуй, некромантик. Ты где там? Возможно, не Коля, возможно, Жора. Не надо про Жора. Что за Жора? Почему сразу Жора? Что за такая ненависть к Жорам? Где ходил? Просто курил. Так. Значит, это твое любимое имя? А почему Коля, блядь? Ну, ты же не Коля. И он, может быть, тоже. Тоже не Коля. Мы Кола питерский. Убежит чудовище. Там он откидывает, когда он агро обнуляет и заново набирает. Там он тебе заново набирает. Давайте череп пока убьем, бан обновишь. Микола питерский. Мне кажется, ваше место у Парэши. Осуждаю. Сэр. Кто это? Микола питерский. Сломайте меня еще раз, тебе пидорас. Я забыл символы поменять. Понял, блядь. Нихуя! Я думал, ты закончил фразу. Я пидорас. Осуждаю на всякий случай, блядь. А я смотрю, какого фига части 70 минут, блядь. И не так что-то подстало. Ну-ка, Захан, еще поржу, что ты там сделал, ну-ка. Подожди, нахуй, я тут, блядь, меня Tell Me When, нахуй, не настроен во втором спеке, блядь. А, я сдох. ГЦ. Еба. Там что, хилы мангу читают, или шо? Не, один из хилов вылетел от вас. Это 4 тала ты проебал, да? У вас двое хилов там, вообще-то. Бидон. Да, бидонов и канаха. Если покажут, где будут срывать, можем а бидон будет в хиле? Сейчас моба. Меня... Моба добьем. Лучше им призом. У него выбора нету.
Я же тебе давал уже ИП. В ДД будет. Отлично. А то ДПС не будет. Или я не давал тебе? На стресс я же тебе давал ИП. Чек не дай, все. Давайте сумнем, дай чек. Спасибо, сладенький. Там еще три нехорошие с работы падает. Что там, кстати, сплетение упало, нет? Нет. Давно. Там пускай три не упало. Опа, спасибо. Так, кулидринг на Орелла, пока зайду. А это вышло неплохое. Сплетение не панацея. А, заебись нахуй. Это вам призму сплетения надо, наверное. Сплетение плюс гадюка вообще имба. Сейчас ну, блядь, ну столько сейвов нахуй должны заебашить. Ну, ему надо будет 150 хосты откуда-то взять, и тогда сплетение возьмем. Призму, у тебя сильно хоста решает? Слушай, Элмаунт, кинь КПС сейчас в Мардаунта. Ну, если там какой-нибудь Т5 оденешь, где-то... Ладно, хорошо. Может возьмешь. Но все равно бери это плетение. Там от природы бафается. Сейчас умнёте. 5 хилса не нужна. Лол, а мне наоборот нужна. Там фишка трени, типа, вот, что от природы будет бафаться. От магии. Ничего, касок ни на ком нету, блин. Как вы играете? Ушел на скринша не паладина, хе-хе. Пиздец. Кулаков нету. Похуй, вообще я каски, да? Мордаун, ты где? Я кринжую. Так, пошли, а значит... А баночку дадут? Механика... По баночке дадут. Дай ВЛРЛ или ассиста там. Не, по баночке не надо. Пойдешься. Ну вот, если у тебя в Т5, ты закинешь. И тем более сплетение тема. Так, механика в контроль. Первым убиваем крест, но второго механика похуй пока. Пускай чиль там подержит танк какой-то. Ну и черепок к стене, соответственно. Поехали. Мне тоже закинь ассист. Да ты Т5 даже там, базара 0. У нас ретек есть какой-нибудь, если что, на котором трапа висит, кинь пока я не это. Сейчас он выйдет, уже бежит. А он филяется, слушайте. Ну, либо пизды ему, того забанить. Не съебывайте ты пидора, это. Мать, конечно, блядь, перелетело. И потом второго механика, потом уже робота и блин. Освобождай механика. Пошли робота бить, я понял. Ну давайте робот. Уже все разбанили. РДД пускай мультидотуют. Ставлю на медведя, что он будет больше всего, блин, босса танчить. Ну не знаю, конечно. Ну, понятно. Кто из палов лутает первый? Правник? Так, пошли. Этот, тихо, подождите. Финал босс есть у тебя про товар? Да, сейчас, подожди, Элмаунт. Да, минута 58 и плюс 2 минуты там. Подожди, не плюс 2, просто минута 58 и все. Нету. Я понял нахуй. Смотрите, значит, кто там? Под прожимкой
череп, Дунсан, его никто не бьет. Уводишь, знаешь, да, как эвейдить его об стенку, забегать за стеночку? Да, да, да. А вот ведешь, куда тебе удобно? Или вот к этому углу, я вот не знаю. Я вот к этому отведу, чтобы наверняка. Вот к этому, да? Все, вот mm-hmm. никто не трогайте череп, ты его ведешь, там один, он тебе успеет кастануть, но ты там на него дай прожимку. Дайте пресс... А, есть все. Mm-hmm. Все остальные бьют крестик. Крестик зергается в первую очередь. Так, ну механик один, что там механики, да? Механик один в бан, на одного похуй. Вот, на треугольник похуй. И все бьют крестик. Все, крестик первый пускай там, кто там, Вилаша держит. Потом, ну шо, хоть дринг заберет. Ну или перехватишь, у тебя ревность не есть, в принципе, разок по ней ебанет. Все, даю отчет на пол. Черепок бьем, остальное потом. Забаньте. Ага, пидоров этих. С пилами. Так, кто там решил все-таки с Оменом поработать? Вар, ты с Оменом установил Омен, нет? У него тогда вылетать будет игра. Пиздец, я хуею, конечно, блядь. Может, он пиздит? Я такой не... хуйни не должно как быть, блядь. Слабо верится, ну, в такую хуйню. Ой, давай я пробую самому что придумать. Не, знаю, ты только с Ивами занимайся, слишком дохуя будет. Крестик то же самое. Подождите, пока не будете. Череп также мишка работает. Так, к тому углу, да, ведешь? Вот к этому или далековато? Ну, мне кажется, надо, чтобы за Оменом кто-то из танков следил. Так, механика, значит, в бан. Смотрите, кузнец, если сделаете что-то с ним, или ферните, я хуй знает. Если будет он кастовать, стан ему дадите. Вот. Давай отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Я фернул его, он сейчас бежит опять. Ну... Тутилар, ну что ты делаешь, блин? Некромантика, кузнецу дай какой-нибудь, пойду там. Ну чё вы его бьёте, блядь? Вы чё, бичи что ли? Дайте, нахуй вы его бьёте, блядь? Не знаю, заеводится или не заеводится. Там шоки ещё накидываем. Чё, идите, череп. Я продал. Идите череп бить. Этого пидора в фере поддерживайте. Кузнецу дайте какой-нибудь контроль. Кого это, шурмом дайте. Да, когда только выкатили Т4, ах, пала, вообще такая бомба была, блядь. Все, кузнеца сначала, а потом этого механика. Да, хуёво, что никто не может, блядь, вам посмотреть, поговорить. Мне надо, кстати, настройки сделать. Чё, сильно FPS снижает? Да нихуя он не снижает, это всё пиздоболие, блядь.
Потому что ну, комп слабый сам по себе бывает. Подсчитывание как бы ничего не снижает, а? Ну у меня, не знаю, как бы ничего не снижает. РДД, если у кого-то нету одеколона на 90 СПД, киньте шалфиру. Бью, вот иду пока. Одеколона? Квадраты. 90, это 2 по 45 имеешь, что? Да, по 2 по 45 это 90 СПД дополнительно. Нет, у меня есть. Тряпки пусть пьют этот настой, типа хилы тоже пусть настой пьют. Вопрос не так сильно шотало. Это свента. Ренегаты тоже могут свента получить эти. У меня есть зелененький, типа такой. Их там два можно сразу пить. И зеленый. Ренегаты тоже могут получить. Достаточно просто прийти в столицу Орды или Альянса и там купить. Спасибо. Да, есть. Под город приходишь и купаешь. А тебе нужно, чтобы у тебя были с этого свента, как они, открытки, да, или сердечные? Знаки. Да, просто ивент фармишь, там тебе плюс 10 дают, это плюс 50 жбанок. 50. Ну да, 50. Ну, и там еще плюс можно это начальный квест сделать на эти сердца, да? Чудесные береги. А у меня и только получить. На СПД, Хукмастер. Ко мне можете, кому по ханту подойти, отдам. К ханту подойди. Так, танки на АП будут пить, остальные хилы, тряпки, сапроты, блять, хант, сапрот. Ну, милики могут, наверное, без сапрота, ДКшники точно. Не, я так. Не буду. Какой сапрот еще? Лок, поставь камни. Дайте ГБ я достану. Сол, дай, пожалуйста, масло с ГБ я куплю. Потом закину тебе завтра. Дай, полидрим. ГБ. А, мне берите все локовские тоже. Да, блять. То чувство, когда сделал проходку для того, чтобы. Так, какое там масло надо? Все уже не надо, Костя, да. Понял, блядь. Как тебе надо масло? Так. Короче, если удачный трай будет, на второй трай обмажется. Будет на тоже бахни. 90 СПД. Так, это СПД. У меня еще какой-то НАП тут лежит, блин. Так, Дусан, ты где тут? Платки на СПД у кого? Ой, это, да, эту ЛКш, но у меня нету рецепта этой херни. ЛКшная? А, блин, ЛКшная есть. Да, она столько же, да, висеть будет. А то уберем. Ой, а чё они такие дорогие, блядь, припоты? Давай, я... Можно Эридар во второй пати и... Так. Какой-нибудь крит, я не знаю. Final boss, просто слушай, что говорят, и готовься спеть, стойку менять, и этот реван. Да, сейчас, сейчас я запомню, на какой я. Вмешательство поставься по этому макросу. 5. У него явно есть вмешательство. С вмешательством у тебя проблем нет, Вар? Сделаешь? Тебе надо будет. Вар, ты это. Сейчас я надям на тебя метку. Подойди сюда. Вот смотри, иди сюда. Иди к звездочке. Встань возле меня. Вот ты, допустим, в армстойке сейчас, да? Нажми ярость, отойди в сторону, ну, прыжок сделай, и прот стойку в меня вмешательство. Спасибо. Вот, вот это тебе надо будет делать. Но тебе эту хуйню надо будет давать на человека, на которого много агро. Вот. Либо ты, ну, либо нужно кто-то, чтобы анонсил, кто с оменом. Потому что если я буду отвлекаться, по хилу поебень будет. Еще раз, а кому там за мили фласками можно обратиться? Людрин. Шатрат. Кто может проанонсить, кто с голосом не долбоеб, кто может вомен посмотреть, поанонсить. Потому что если я буду это делать, мне проще не хилить, просто стоять. А Кость, ты сможешь этого делать? Ну, только либо Хулидринг, либо Равник, я больше не знаю никого. Но... Равник, у тебя с оменом нормально там? Да. Вот посмотри за этой хуйней. Ну, Хульдрин там танковать будет, не хуй знает. Тем более ты без спека сокрой, так что нормально. Посмотри чисто, вот кто там кого догоняет. Там самый главный приоритет это, что три танка, они будут на первых трех местах. Если будет такая ситуация, что два танка опустятся ниже, там четвертое, пятое место, и один танк на первом месте, и какой-то ДД на втором, да, нужно в этого ДД срочно сдавать хуйню. Командуешь четырьмя палами, со львами нашими, вот у меня все назначено на F1, блядь, сальву дам любому. Вот главное, чтобы это не было, чтобы в одного, блядь, две сальвы давали, чтобы вмешательство он ПКД давал.
Вот. Ну, примерно с пула я вряд ли сомневаюсь, что прям надо будет. Ну, на минуте там начнешь уже смотреть на агро. Откидка, откидка идет каждые 20 секунд, по-моему. Смотрите. Че, МТ Дусан, да, будет? Сальвы с 50%. Ну, да, да, с него начнем. Одеколон после смерти пропадает, да. Самое нормальное, да. Это с мишки начинать. Давайте без одеколона втройнем. Если нормальный трай будет, то можно на второй трай уже пить. До пейте сразу? Да не, пейте сразу. И по 5 дал. Так. Открытки дал. Если что, анонсите на полы. Типа. Да, да, в принципе, да. Я одеколону на второй танк. Чайку. Третий. Тут три танка. Холидринка, Вилаша и Дусан. Я так понял, Холидринк, типа, у тебя больше будет играть, чем Аиш, да? Так, теперь решим по, да нет, по нет, этим. Там все будут меняться. Опять же, тут на короче, полу надо ну, будет я понимаю. На кого дашь, на того и дашь. Поебать, блядь. Посмотрим сейчас, сколько они агра генерируют. И все. Там уже к середине боя будет все видно. Фон. Этот, ты частицу, короче, на нем держи. А мне на ком лучше держать? На танке? С медведя начать или как? И потом или свечить. Приштапа. Или как лучше сделать? Ну, наверное, на нем. Да, одна частица на ханте, а вторая, я не знаю, там можно в мага какого-нибудь тонкого закинуть, или он Хэла тогда на дох. Хэла падал, да. На Хэла кинь. Он урона дохуя дает. Да, так проспамим его шоками. И давай еще по шокам с тобой договоримся. Ты шокируй, короче, пятую пати нас, хилов. А я буду шокировать тогда. Ну вот, буду Хэла. Мага, ханта и кого? И Лока, наверное. Это уже кого успею. Вот этих четырех буду прилететь и стараться. Вот. Ну, у нас, видишь, КД 20 секунд, а то под каждые 15. То есть мы через раз будем давать. А там посмотрим. Рарник, только сальва с 50% босса. Чего? После 50%. Сальвы все эти будешь анонсить после 50% босса. Ага, ну я что, вижу, когда их. Ты просто ладно, говоришь. Просто говоришь человеку, в кого я надо буду наносить. Маунт, щиты, короче, первую, вторую пати. Третью патчу начинаешь Адунайта щитовать, там микромантика и Эйю. И на клэпе по призону и Седжо, это самое там молитву восстановления, сдавай прям посильнее. Либо в него, либо в него. 9500 апа просто. Берите коня. Ну тогда вот Седжа сдавать будешь. Сейчас по дикону. Третьего заберите. Эй, это Эй, Эй, да, давай по дикону. Лапку обновите. Так, давайте проверка и будем поближе. А, уже давал проверку. Сейчас я этих кикну, а то они не принимают проверку. Вроде все были готовы. Куды? Не, Мишка, отсюда пулишь, ну прям в него влетаешь и ведешь. Не, влетать не обязательно, просто не с пульте только сейчас босса, блять. Так, буду давать отчет. Вот примерно отсюда, где передние челики стоят, и идешь в звезду жопой упираешься. Да, надо поты выпить. Так, даю сейчас. Даю отчет. А что, я один? Давайте, приготовились. 2, 1. Гера. Я понял нахуй. Вадикон леса его сразу. После Фубав. Удара. Ай. Фубав даем. Сейчас и вы наносите уже. Юни зыбку. Нормально. Пал, готовься к ру. Кто у нас? Давай выводит. Готовься к ру. Аврахел. Все, ладно. Ну и нахуй ты меня, ну, наебал нахуй. Да. Бич. Ну видишь. Это... Мы ладно, оба сдали нахуй. Спасибо, да? Магнант. Ладно, блин. Да вот не скажу, кто этот. Да ты бич просто. Хорошо. Ладно, все, нормально. Играем. Вроде захиливаем. Ты готовь антимагию. Давай.
Заканыч, сейчас скажу. А что ты скажешь? Заканыч, антимагию. Вар, вмешательство на хук мастера сделай. Уходит там демон. Хук мастер. Нихуя, что, даже не снизило? Снизило. Элмаунт, готовь гимн. По-моему, да, что-то скажу тебе. Давай, гимн. Алфир, приготовься, сейчас будешь давать гимн. Гимн, лишь Алфир. Мохолидринка, сокрай. Пока, с выдержанием. Хорошо. Поставим там потом, подожди, сейчас еще. Не зыбко. Даю сальву по хокмастеру. Хели, готовь сокру. Давай. Я инвизибл дам. Когда у него 90 будет, я инвизибл дам. Полидрин, готовь сокру. Через 3 секунды его ждать ее. Давай. Инвизибл сальву дайте. А, блять, отверни, отверни, босс. Я дал, дал, дал. Вилаш, я дал, понял. Антимагию зону. Вилаш, антимагию. Вархиле, по канцелятору, быстро. И Вадикону надо будет. Телепор танкует. Заханыч, готовь антимагию. Заханыч, давай. Угу. Это что ебануло нас? Сокру кто-нибудь сдайте из паладинов, кто есть живой еще. А что у нас стало? Да, все, кто-то вышел с рейда. Так, вроде нормально шло. Давай заново. Только с анонсом не проебись. Да, давай. Хорошо. Давай. Ладно, тогда хапал, давай сделаем так. Давай первую сокру отдаст сокру, вторую отдашь ты. На 45-й секунде сейчас напишу Варахиэль, чтобы ты хорошо заново читал уже по этой хуйне. Диван есть? Не, да, ну, диван, не вставайте. Ну, кстати, как в принципе я и думал, 3000 ДПС упало с бесплата. 3000 это хуйня. Ну, ты 18 как бы так и давал на роботе или давал больше? Я давал 20. А то так, и 22. Я тебе еще раз скопирую эту хуйню. О, хорошо, давай, я готов. Так, вот, скопировал фудилку. Перечисляю так, типа, на всякий случай. Только ты не перепутай там ничего. Хорошо, 30-я хорошо. Секунда незыбка, 45-я Варахиэль, 60-я Хулидринг, минута 15 сантимагии Вилаш, минута 30 сантимагии Заханыч, минута 45 Воид Хэпал. Это вот двухминутные все. Это все уже просто мы вот дали, да. И второй раз пока уже повторяем. Так, все, вот вижу, Элмаунт с МА. 2 минуты, ты 2.15. Да, дальше мы повторяем, дальше Shadow на 4 минуте, Риантия 4.15, дальше опять мы повторяем свои сейвы и вот дальше уже под Берсу дело идет. Да, вижу, да. Остальное остается только за Огром смотреть. А что, может тогда пускай все ДКшники переделают на зону антимагии, там немного ДПС теряется. Но... Да нет, в принципе, знаешь, хватает двух, я думаю. Вот. Ну просто Эвилаши нет смысла, типа она ждает там только на себя, а не на рейд. Разве? Ну да, она там же ставится, блядь, купол, блядь, в небольшой зоне. Она ж на рейд не ставит, она ставит только на танк. Небольшим поглощает. Надо поближе встать к танку. Ей нужно, когда нужно будет анонсить и этот сам, ей нужно подходить в рейд, ставить. Но РДД стоят в танке, так-то в ней же нет. Смотрите сами. Да, либо надо РДД ставить в танк, либо если рейдом ставить в Вилашу, либо чтобы Вилаш оставался рейдом к нам. Но я думаю, лучше всем рейдом ставить у Вилашу, потому что, чтобы она бегала туда-сюда, там, ну, гемор полный. Так, что по ДПСу получилось? В самом низу у нас Эйя 17, Рарник 15, Некромантика, ладно, допустим. Ну, типа 360, это, ну, неплохо, скажу. Точно, я умер, блядь, разгон. Да. Этот, ДЦшник, ты как хилишь ломаун тут? Какие действия делаешь?
И ты мордаун в этом? В хэпресте? Он чё? Он нет, чё? Я в ДЦ. Я вообще не просаживался, очень приятно было Барзоним. Стоять. Мы тут 2 ДЦ сидим, потому что у нас... Ну вы поделили пати, надеюсь, да? Да-да-да-да-да. У нас не получится в ходе плеста здесь в ДЦ, потому что мне хосты не хватает. Я просто буду 2,5 секунды ну, кастовать. Одну параш только. Посмотрите, как мне делаете. Кажется, у вас 12,5 челиков, то есть вы, допустим, 1/4, 1/5 и 2 челика с третьей группы, и другое то же самое. А седьмой, бери себе еще третью пати. И в конце, когда вы идет сам топот, то есть у вас 10 челиков уже захотаны, вы даете это МВшку перед топотом, и топот сам идет, и уже исповедь кастуете. Исповедь, она ешку вот эту Т4, и все, и нормально. Я буду подкаст. И выберите себе на исповедь, вы можете себя просто на исповедь выбрать цель. Или, в принципе, можете выбрать слабого вот мага и хэла, или некромантику вообще и мага. Подождите, пожалуйста. Может, ты здесь вообще? Нет? Он походу грузится. Чат там кинь, ну, плюс, минус. Кому ты говоришь? Сумонится. Вар. Он не сумонится. Ну, типа нельзя сумануть его. Ну, пусто верьте. Он АФК. Он, наверное, не АФК. Скорее всего, если он... Или он вылетел. Либо лучше загрузить. Слав. Ты слышишь, или ты в 4 нажми, ты не загрузишься. Перезайди в игру. Слава, такой вопрос небольшой по поводу соклей паладинской, ходи паладинской. Ходи палыш должен нажать ее за секунды полторы, да, где-то до клэпа. Да, то есть если на 15 секунд написано, ты на 13 говоришь. Потому что надо нажать два раза еще, отменить себя эту хуйню. Я понял. Так, сколько там будешь сокра действует это? 6 секунд. И это, давайте, знаете, как договоримся, ребята, блять. Допустим, выбирает инвизибла, оттолкнула танка, три танка чилит, и выбирает инвизибла. Что ты делаешь? Ты отдаешь на себя незыбку. Ледяную стойку включаешь, стопаешь дамаг. И встаешь в звезду, где стоят танки. Потому что если тебя откинет и босс отойдет, то рейд словит сало, и мы подохнем. Поняли, ДКшники? Срывать. А, вон, что у паладина уже боб еще есть. Можно просто бобу еще скидать по это потихонечку, кроме сокра. Да, кстати, боб у вардедешников можно скинуть и скинет агро. Так, рыба. Вар, все получается нормально делать. Что, он юзал мешать? Но юзать он вроде не срывал. Скачаю в Вуду. Опять же, дай духи. Так, я духи не съел, да? Чем теперь съел? Кому мили, если что, надо дать к ханту? Я хули дринку по 2 штучки каждый дал. Принимайте готовность. Для сколько? Все готовы, подходим поближе, готовимся. Сейчас буду отчет давать. Даю отчет. 60 таких, 40 таких. Я тебя понял. Вилаш не зыбко. Все хорошо. Орахиль сокру можно жать уже.
Следующий кто? Алидрин, готовься к рову. Можешь жать уже. Я следующий, да? Нет, следующий Вилаш дает этот купол. Угу. Вилаш купол. Заканыч, следующий готовь купол, я тебе скажу, да. Давай купол. Так, следующий я, да? Ага. Да, следующий будет. Сейчас еще рано. Думаю, уже можно сдавать. Да. Угу. Следующий готовится. Так, я сдаю, и ты ему еще кастуешь. А, Элмаунт, гимн. Так. Следующий будет я, получается, сдаю. Гимн и массакру надо. Сейчас сдаю гимн. Пиздец. Сдал сальву по хукмастеру. Или готовь языко. Я инвизбуду. Вадикон сорвет. По Вадикону боб. Дайте. Да, даю сальву по Вадикону. Дал сальву. Я инвизибл. Давай. Подохили сокру, давай. Частица кончилась на МВП ханте, прием. Частица на ханте кончилась. Подохили по вару, финал бот. Полидринг. Давай сокру. Пиздец просаживает. Как будто он сильнее бить начинает. Вилаша. Давай зону антимагии. Сейчас Заханыч, а потом я уже, да? Жди, жди. Сейчас. 3.30. Антимагия Заханыч, да. Вмешательство по хукмастеру. Сука, Бэрю хэла. Подожди, не Бэрь. Встал гол. Это я сокру через... Сейчас скажу, да. Я вижу. Весик. Все хорошо. Очухай. По канцелятору дайте что-нибудь. Ага. Шаду, готовься, сейчас по команде гимн сдашь. И Брахель МА на этот мастера. По хэлла фулмаф обновите. А каску дала. Сагро жопа. Шаду, давай гимн. Брахель мастера. Ресы этот самый Вадикон канцелятора. Сейчас Рианти, готовься по команде моей давать гимн. Я устал уже. Рианти, гимн. Инвизибл сдам сейчас по льву. Да пускай стопают. Стопайте лучше в натуре, блять. Давайте дай. Стопайте, столько нету, блять, боб и сальвов, нахуй, стопайте на урон. Юли, готовь незыбку. Расчехляй. Блять, бидонов это. Сталку, сталку, сталку. Играем. 45. Дал стамину. Варахель, готовься по команде расчехлять этот массакру. Давай прям сейчас. Не сдох нахуй. Хоит прибался. Давай, БР Дусан. И Вилаша расчехляет этот самый антимагию. По войду БР, дай Дусан. Он уже дал. Встаю. Так, Ханыч, следующий, да, захити Вайда. 30 секунд, КД на. Подожди, 5:30, сейчас нормально, успеваем еще. Сейчас я сдам массакру. Хорошо, давай. Я могу после сакра нажать, 10 секунд. Давай, еще посмотрим, давай, посмотрим. 9 секунд после сакра. Сколько у тебя еще секунд? 5 секунд. Как откатится, прям сразу жми ее. Поты, жмите камни, хавайте, камни, хавайте. Ту хуйню давать. Так, следующий я сокру. Да, следующий воид. Геру попавшим. Финал босс Слепагра скоро. Геру попавшим, жмите, Геру попавшим. Геру жмите. Воид, давай, расчехляй. Я тебе почти раздул. Понял. Ладно, сейчас убьем.
Сейчас Ёп. Убьем, да. Должны убить. Бля, ну трай прям супер вот, охуенно. Алла, блядал, хуйсос такой. Лучший результат. Нормально, нормально. Чуть-чуть, там бы да, не добили не... бы. Да, там персона началась походу. 6 минут. Там Берсан началась, там уже да, лучше, началась. Лучше стопнуть, и потом вы поможете. Вы стопните, да. Да, там просто потому, что все сайты боба позаканчивались, нахуй, и все. И видишь, в чем проблема? Люди самостоятельно не видят свою позицию, нахуй, агро. Кто сейчас говорил про агро? То Мордаун всем занимался, типа? Я говорил. Он просто сейвы говорит, блядь. Надо... Вы сука, без... Кто... Я нонсил. Вы кто без Омена, нахуй? Вы бещи последние, блядь. Я понимаю, вар, нахуй. У него там что-то вылетает, блядь. Вы смотрите свою позицию. Но если вы на вторую позицию поднимаетесь, сейчас увидите, что танку отталкивание даст, нахуй. И вы будете танчить, нахуй. Так вы лучше стопните свою ебучую автоатаку. Оставьтесь на автоатаке и все, нахуй. Там другие люди побьют. Не шотнет вас, а потом других не шотнет. Чтоб танки были. Перебили, вроде до самых хотел сказать. Сейчас, 5 секунд. Алма, сейчас ты в таргете кого держишь, боссы или людей? Там не знаю, что там Серджу. Да, ну кому трай... духов? А дай ко мне духов, слышишь? Пи духи. Дай фиолетовую, пожалуйста. Одну фиолетовую, Ваня. Это и чё по приботам? Ну-ка, Линка, них история. Сейчас, сука, пойдете закупаться, нахуй. Бичи, блядь. Они дорогие, блядь, 88, ну. Голды одна. Сейчас я открою ГБ, там у меня вроде на хосту есть. Сейчас не, я, кстати, куплю на хосту, у меня заканчивается уже. Рит. Не, мне не надо, куда? 14 человек приботы. Чё это за хуйня? Вот, ну, ДПСеров у нас, считай, 5 хилов, 3 танка. Должно быть 17 ДПСеров. Вот 3 тела не пьют, нахуй. Быстренько сейчас, блядь, кто это? Плюсаните. Кто не пил, нахуй? И один вот это не должно быть. Хукмастер, Эйя, Вадикон, все по 2 должны пить. Один перед пулом, один, блядь, этот самый. Чуть-чуть. Я 3 выпил, потому что умер. Смотрите, сейчас прибор. Готовьтесь. Какой тебе прибор? Набрать? У меня только свои остались. Не, зачем тебе? Какой вопрос? Почему ты положила под... На хосту тебе на мишку, типа? Ну, чаще трёпки, чаще... Ну, больше урона, больше агра... А можно я скажу пару слов? Давай. Такая вот с сальвами, мне кажется, лучше их как можно хотя бы к середине босса оставлять. Так мы и так в конце почти не, по-моему, сальва сейчас ну, взяли на процентах 70. Первая сальва не, на 53% было, или 54%. А, ну хорошо. Второе, по поводу напулов. Вот напулы лучше отдавать в танка, который улетел вот в самый низ. То есть танк улетел в самый низ. Там ты чё, Сед же там без Омена играет, нахуй, ему это надо персонально говорить, блядь, что просто он... Просто я сейчас смотрел, и танк улетает вниз, и вообще не поднимается. Вам же сложно, ну, проанонсить, кто внизу. Ну вот давай, вам кто тебе это... Дарить. Кто тебя будет тебе анонсить? Кто за ручку будет водить? Кто-нибудь. Ну я давай, вот кто? Я поставлю Омена на следующий. Нет, на следующий есть... ты ставьте Омен себе. Тут есть смысл кидать на танков, но на того, который не танчит, а того, кого скинул по игру, ему надо подняться на второй, третий. Ну, чтобы догнал. Да. У тебя какой макрос, Седжу? У меня один по нику, один по этому, как его, по фокусу. Тебе надо такой... По нику у меня Дусан. Тебе надо такой макрос, чтобы ты тыкнул на челика и помоусовил. Я быстро могу тыкнуть, то есть, вот смотри. Вот я Аишу взял, типа, вот я другого взял, и моментально могу дать. Тебе типа... надо выбрать цель, а тебе надо одну кнопку нажать, чтобы ты помоусоверил. Чтобы тебе не надо было тыкать. Я не хочу помоусоверу. Как хочешь, короче. Ну ты понял, да, в кого тебе кидать? Просто типа, ну, скажите ник и все. Вот смотри, Дусан танчил первый, вот он танчит несколько откидов. Я понимаю, я ему дам. Потом следующий танк, который забирает, ты уже не в него, не по цели пулишь, а в Дусана продолжаешь пулить. У него больше всего агронабор идет. Ну просто типа чуть пронутите в кого напомню. Просто в Дусана. На следующий РТ я поставил. Дусан до полтинника босс держит, блядь, охуенно. Он там, считаешь, не улетает. После полтинника он улетает. Чем больше он напулит в него, тем больше срежет. Что вы вам говорят, догоняющих танков надо пулить, процентов, ну, вот когда, чтобы они не отставали. Вот когда его откинет Дусана и будет танчить либо Холидрит, либо Вилаша, ты пулишь Дусана. Еще ханта не потеряете. Ну, скажите, спула, если что. Спула... 50% босса я пуляю в Дусана. Спула в любом случае. Вы лучше в спула меня не кидайте, я и так наберу, буду первый.
там, не знаю, первые две кикуши, или Бринка, или Вавилаша, чтобы он держался на втором, третьем месте. Кто лучше будет? Ну, на втором месте я держусь, Вилаша потом догоняет. Ты кидай, да, наверное, в Ваишу. Да. Понял, все. А потом, ну, я, если не будет флуда, я озвучу, в кого кинуть, ну, кто улетел вниз. Окей. А там Роги нету еще? В гильдии. Я один. Нету. Где твой пет, нахуй, этот самый? Я на месте. Некромантика, блядь, не могу его бафнуть. Где твой пет, блядь? Блин, а что по криту вообще? А он у тебя в астрале, блядь? Крит принял ислам. Я его не могу бафнуть. Вот, появился. Убери астрал у него. Просто 56 крита. Опять попал. Это от Ферала, Сергей, успокойся. Это Дусан. Он в мишку прыгает, берет 5 крита. Вроде бафнула сказка, нормально. А у него такой рейндж маленький, что ли? Нет, он просто из облика. А что, Бурин вообще не дамажит, что ли, здесь? Кто не дамажит? Буря. А, еще мы в 4 хила убивали, не знаю. Буря не дамажит, да. Джон Буря вообще ноль. Ну я не знаю, захилит ли в 4 хила наши хилы. У меня же сделал буря на первом месте, тут и ноль. Тут же главное не прохилить, а именно. Давай, знаешь, попробуем. Давай я зайду просто на сову, подамажу еще сверху, как ДПСер. Рпали. На ком? Рпали. Ну, на рпали там. Да, сальвата нужна в любом случае. Лучше может. Блять, мой рпал нахуй 15к не даст, нахуй. А сама 20-ку нас. Тогда иди на шипы, нахуй. Да, оставьте все как есть. Ну, неплохо шли, блядь. Мы почти убили. Мы почти убили. Мы оставили ему 5 лямов, блядь. Да. Ладно, давайте. Я просто не понял, как под конец умерли люди. А если оставили кому-то? Не стопнули. Может, огурцы еще взять? Давайте огурцы возьмем. Огурцы ставили уже. Там у них доты разгоняются нереально, и босс свечится у них. Огурцы берите все. Тата на мельха стоит, да? Кстати, чем за 50% он больше, да, дамажит вроде? Да что-то такое ощущение, ну, что больше начинает бить. Иногда знаешь, как криты летят? Я просто бедону до того, как он умер, за 2-3 секунды повесил щиток. Даю. Под крыльями, сука, и его тут же нахуй сдуло. Даю, за секунду после отчет, этого. Прием. Бля, вы заебали, долго пиздеть будем. Отдал вы ваш. Репот. Все зависло. Кружок красный. Встаем. Захиливайте, готовьтесь. Ой, блядь, у меня все зависло. Блять, пизду нахуй. Вот следующий, да? На пулу Холи Дринка, да. Он уже челик лежит 10 секунд, нахуй. Кто приготовься. Вы? Пизду, падайте, я не буду это бить без одного, нахуй. Падайте, нахуй. Я ебал такую хуйню. Ну он слежит, блять, сначала пула. Нахуй это надо, блять. Может сразу на 4 это, тогда, блядь, пойти, блять. Вы угораете? А? Видите, челик упал. Все, вижу. Ладно, давайте сразу. У меня просто на любой секунде зависли. Ну развисай. Ну давай, масрез. Или что, или так резы. Лука резы хилов. Сейчас я лето в 4 наживу. Бля. Ну это тех вайп, похуй.